Сколько себя помню, гитары всегда меня интересовали. Даже в детстве играл в разных музыкальных группах и параллельно занимался инструментами, ну, каким-то мелким ремонтом. Пару лет назад, вернувшись в Москву, я решил, что пора уже создать свою фирму по ремонту музыкальных инструментов. Приносит сломанный, разбитый инструмент, непригодный к эксплуатации. Это очень печальное зрелище. И когда я в процессе своей работы восстанавливаю его понемногу, постепенно, как врач, возвращаю его к жизни, это вызывает неописуемое ощущение и теплоту. Очень интересно смотреть на реакцию людей, когда они получают свой инструмент практически в том же состоянии, в каком он и был, когда они его приобретали. Название моей мастерской – «Зубов и сыновья». Я захотел передать детям свои знания, приобщить их к профессии и просто, чтобы им было интересно заниматься инструментами. Для меня музыка – это жизнь. Я гитарный мастер.